Извините, извините, я член ЦИК. Я член ЦИК. Снимайте, снимайте, снимайте. Что ж вы делаете? Что вы делаете, ребята? А вы что пускайте? Делаете? Я говорю, что вы делаете. Понятно, что ли? Вы совершаете мы имеем уголовное право. Преступление. Вы совершаете уголовное преступление. Что вы творите? Что а? Вы делаете? А вы что зачем делаете? Здесь? А что вы делаете? Да, у вас по всем нарушениям, есть по всем нарушениям какие нарушения? Имеете право нарушения? Написать заявление в отдел полиции. Представьтесь, пожалуйста. Что вы творите? Пожалуйста. Что вы творите? Представьтесь, пожалуйста. Какой отдел полиции? Я говорю. Вы сейчас совершаете нарушения. Представьтесь, пожалуйста. Пожалуйста, пропустите. Я еще раз говорю, я еще раз говорю, гражданин, не мешайте, а? Уважаемый товарищ, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста. Слушайте, представьте, пожалуйста. Предъявите. Вы кто? Перестаньте заниматься лиц. Нарушением закона. Группа неизвестных лиц заблокировали. Правопорядок. Дверь в ТИК толкается. Подполковник, что вы делаете, сейчас а? Сейчас доставят в отдел полиции. Доставьте, всех доставляйте в отдел полиции. Всех доставляйте. Куда вас он доставит? Представьтесь, пожалуйста, назовите имя отчество. А вон вызывайте, давайте всех пожелайте сюда. Вызывайте. Что вы делаете? Как вам не стыдно, а? Предъявите, пожалуйста, уполномоченные лица. Будьте добры, представьтесь. Мы имеем полное право войти в ТИК. Предъявите документы. Обратите внимание. Слушайте, полиция, вы знаете свои права. А мы свои права знаем. Вы кто такой? Вы не имеете права на удостоверение. Вы чините препятствие. Снимайте. Предъявите документы. Я вам уже не так раз. Я член комиссии. Говорите еще раз. Территориальной избирательной комиссии. Я Воронцов. Вы Воронцов? Да, я Воронцов. Воронцова только. И Богачева еще должны. Да, Горбачев. Что вы творите? Как вам не стыдно, а? Документы, да, будьте добры. Так, и Богачева еще должны. Так. Богачев. Богачев. Сейчас узнаем по вам. Сейчас, секундочку. Сейчас узнаем по вам. Я сейчас утра проходил. Да не закрывайте сейчас, секундочку. Сейчас узнаем. Уважаемый, секундочку. Ну, дверь. Секундочку. Ну, куда вы открываете? Не предъявляй документы. Давайте как-то будем понимать немножко друг друга, да? Давайте. Так вот, так, мужчина, вы сотрудник, будем уважать вы друг друга. И мы, и вы попадаем в историю. Вот. Еще какую историю? На всех бескрайних просторах интернета Российской Федерации. Вот это вам достаточно, нет? Вот. Вы не имеете права мне препятствовать вообще. Вы это понимаете или нет, что вы творите? Посмотрите, вот прочитайте немножко вот здесь вот. Вот тут почитайте, уважаемый. Вот. Вы вообще не являетесь, вот. Скажите, пожалуйста. Мужчина, документа. Почитайте. Мужчина. Что вы делаете? Вы не являетесь сотрудником правоохранительных органов. Да. Вы понимаете, что вы чините препятствия. Вы нарушаете законодательство. Уполномоченным законом. Вы нарушаете закон. Вы это понимаете или нет? До вас это не доходит, Богачев. Богачев. Да. Ну вот, разрешите буквально на метр. Сейчас мы на 3 метра отойдем. Вы руки уберите от меня, пожалуйста. Отойдите, пожалуйста. Уберите руки от меня, пожалуйста. Руки уберите от меня, пожалуйста. Руки уберите от меня свои. Вот и я вас не трогаю. Вот посмотрите, почитайте. Не надо в лицо. Не надо? Тогда оставьте меня в покое. На метр отойдите. Пустите. Закрывайте. Оставьте меня в покое. Вам никто не представит, на метр. Вот и все. Отойдите. Все. Мужчина. Уберите руки. Вас никто не трогает. Вот и все. Ты не лезьте ко мне. Вам никто не лезет. Отойдите вот сюда, пожалуйста. Слушайте. Слушай. Вы законы знаете? Конечно. Вы чините препятствия моей свободе. Я стоять могу, где хочу. Да, ну отойдите, пожалуйста. Тут как? Я еще раз объясняю. Ну вы не беспокойтесь о моей жизни. Очень просто. Я стою под крышей. Вы, во-первых, не представились для начала. Представьтесь, пожалуйста. Отдел ГИБДД Центрального района. ГИБДД. Прекрасно. То есть вы теперь контролируете падение сосулек, да? Все контролируете. Все контролируете? В том числе и полицейский. А удостоверение можете показать? Могу. Кому именно вам показать? А вот всем при исполнении, что какой гражданин может вас попросить? Ну вы у меня просите. Да, я. Да, представьтесь, пожалуйста. Я корреспондент газеты. Документы будете? Да. Далеко пойдем. Между чисто речи лично. Да, Владимир Яковлевич. Мне интересно, как студент юрфак, почему вы дорожно, ну, вот такая.
Ну, его-то пропустили, меня-то не пускают. Посмотрите, да, там милиция, вот есть справка, что я говорю, значит, показываю уполномоченного, удостоверение уполномоченного. Тогда как не присвоим, он дороги стоит. Да я понимаю, но он без меня-то сейчас там ничего не решит, просто надо. Ничего без меня он не решит. Надо составлять там акт. Значит, о том, что произошло 12 предприятий, капитан, объясните. Он сейчас ничего не решит, там, знаете, я знаю, что процент. Вы помогаете нарушать закон? Я сейчас никому ничего не помогаю. Объясните тот факт, почему здесь препятствуют вот, представителям кандидата в президенты, плюс еще при вас препятствовали членам территориальной комиссии доступ в территориальную избирательную комиссию. По какой причине? Нам вот, не понимаю, о чем вы говорите. Препятствуют доступ. Препятствуют. Да, вы не понимаете, да? Может, кто-то лучше объяснит, давайте. Так, вас держали, покажите еще раз документы свои, может быть, тут. Покажите еще раз. Почему вы препятствуете представителю кандидата? Слушай, что это? Что это? Ну прочитайте, что это такое. Я же вам даю. Ксерокопию листочка, что это? Ну прочитайте ее, ксерокопию. Что вы? Потребуйте документ, я вам сейчас покажу документ этой ксерокопии. Я вас не останавливаю. Ксерокопия — это синяя печать. Очень хорошо. Я вас не останавливаю, мне ваши документы не нужны. Так вы меня отталкиваете отсюда. Я вас не отталкиваю. Не отталкиваете? Я спрежу, вам не стыдно? Охрану здания. Мне не вы стыдно. Молодой офицер, а ведете что себя, что? Понимаете, недостойно. Не по чести офицера. Какие законы и чьи законы вы отстаиваете? Господин офицер, вы с народом или без народа? Наверное, без народа. То есть комментариев вы нам никаких дать не хотите, да, по этому поводу? А зачем вы здесь стоите? Скажите, пожалуйста, а вот товарищ наблюдатель территориальной комиссии, вот его по какой причине не пускают? Господин капитан, зачем вы здесь стоите? Все. Не понимаете, о чем я говорю? Ну, бывает.